Спасибо, спасибо. Задоначу 10к, если выиграешь их. Плюс к этому больше никогда не буду просить передать привет пацакам. А если нет, выиграю, то буду забывать каждый божий паток. Я их и так выиграю. 11.06.2024. Запомни это число. Запомни, великая дата. А как будет по-английски великое слово? Великое. Grand. Grand дата. Запомни, да? Grand. Фиксируйте число. Я не буду сейчас озвучивать, потому что, ну, я не могу вам рассказывать то, что будет завтра. Не хочу. Ну, у меня нет такой полномочий. Я не вправе этого делать. Вам рассказывать о том, что будет. Я знаю, но я не буду вам ничего говорить. Потому что вам это не нужно. Вы не способны ничего изменить. Вот, в отличие от меня. Сейчас, кстати, за 10-ку бой будет. Мне пообещал 10-ку вот за победу. Жопа аж зачесалась, значит... Жопа чешется, сука. Все, почесал дырочку. На жопу почесал, блядь. Давай, блядь, отсюда, воин! Ой! Сука ебаная. Тварь, крыса! Ну я не заметил, да, блядь, слепыш? Это ж не считается, правда? Это ж пробный был, да? Это ж не считается. Привет, дедушка. Я сейчас сижу в полицейском участке и нашел такое интересное дело. Разыскивается бывший гражданин Украины, сейчас уже гражданин Российской Федерации. Это Денис Сухачев. Разыскивается по статье УК РФ 159, мошенничество. Особые приметы. С расстройством личности в человеке вместилось 4 личности. Без волос... Выше лба. Если вы его видите, звоните в 02. Либо же купите пиццу, ждите сотрудников полиции. Тут личные данные, это мы не будем читать. Про бывшую жену написали, там что-то про рокера. Ага. Это мы упустим. А вот еще что-то написано. Семейное положение, пидорас. И склонен к домогательству женского пола в интернете. О. Обратились к нам некие зрители Лолочка и Олька. Ага. Что на это скажешь? 3-4, это твое дело, я подам в суд. Я сохранил свои 10к, но дам ему последний шанс. А пока передай привет Андрею, Антону, Мише, Егору, да Славику. Иди ты. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Говорил тебе, Джак, ты взял соболезнование. Я Джак не брал, не знаю. Джак это... Бля, сука. Ты чё, бля? Бля, тварь. От судьбы не уйдёшь. От судьбы не уйдёшь, Ишак. От судьбы не уйдёшь, гадость. Бля, тварь, издевается надо мной, сука. Вот она, сука. Бля, тварина. Банда. О, боже! Ты чё? Ты чё? Ты чё, Антон? Батуа, ну ты чё, Антоний? Я думал, ты рэпом занят, а ты здесь посасываешь жесть. Не зря меня брали в туннеле. Потому что я 11-й из Омбаса. Можно ли меня называть 11-е чудо света,
Нет. Я 11-й из Зомбаса. Я вам не буду рассказывать. Просто называйте меня Валера 11-й. Как это называется? Что у человека в голове было? Вот. Я вам скажу, как это называется. Работай, братишка. Братьев, чите, активизируемся. Ёбаный козёл, сука. Сейчас, мне просто начали отвлекать донатеры. Хорошо, я понял. Я просто хотел по лайту, где суки не хотят. Хорошо. Окей, я вас понял. Чтобы внедрять куда-то Linux, не нужно каких-то разрешений, понимаешь? Потому что она бесплатная. Linux бесплатный. В отличие от Windows и прочего. О, привет, Покашу называется. Привет, картошка. Пиздец, сука. Прикинь, ёбок, тут же за секунду спиздил машину и просто задний ход нажал. А я его мать-то ебал в этой тачке, прикинь, как символично. Не было возможности поздравить тебя с покупкой Москвища. Спасибо. Поздравляю. Как он тебе? И почему уже опять забанили твой Твич? Я конечно, могу понять, но мало того, что этого долбоеба в принципе не вижу дома. А теперь он катается весь день на Москвиче, а здесь гора просто немытой посуды. Вот тебе ответ, кстати, на твой вопрос, ответ, да. Вот ответ на твой вопрос, так, я же зачем, я никому ничего не навязываю, я просто вам говорю, как есть. Вот, посмотрите, типичные... О, видите, да, вот сейчас вы видели типичного примата. Вон, типичный примат, который, в принципе, примат, все. Развитие примата. Поэтому, Сереж. Да, Серёга, алло. Потому что я подкаблучник, потому что я подкаблучник. Зачем на себе женила? Серега звонил, сука. Говорит, надо удочки собрать. Завтра на рыбалку. Я и так стараюсь быть умным настолько, насколько меня могут понять. Потому что быть слишком умным, каким я являюсь, мне быть не позволено. Не потому, что я тупой, а потому, что нет смысла быть таким умным. Так как все равно никто не поймет мои работы научные. Машину вынесешь за синюю зону, твоя мать помрет. Уебан, фиксируй. Блядь, ты че? Блядь, давай плыви. Ой, блядь, какой же сука. Господи. Боже, ты как-то нежный. Пиздец, сука. Ты новичок? Да. Не, мне сейчас надо отъехать. Я приду попозже, ночью, скорее всего. Мне сейчас надо отъехать. Сейчас надо Сережке кое-что помочь там съездить, поэтому я чуть-чуть паузу делаю, да. На Сережке помочь сегодня, все-таки пятница, сами понимаете, помощь нужна. 68 Боже, он даже женщин. Команду в зомби отключил, чтобы челы между собой на машинах не координировались. Как же оно боится. У него даже геморрой от страха трясется. Они что, координируются? Кстати, самый это нахуй команды. Координация не в мою пользу, поэтому нахуй. Закручиваем гайки. Все, на теперь меточку, братишка. Я теперь меточку. Профессиональный криптоинвестор. Так это старая карта, ты валил новая. Не, почему новая? Она старая, но она просто интереснее, чем этот. А чем она интереснее? Ну здесь больше равнин и меньше деревьев, и прикольно здесь. А смысл, какая разница, какой карте им пизды давать? Ну вот. На меточку. Играть они не умеют все равно. Нет, драгунов стреляет метко. Нет отдачи вибрации до оружия, не чувствую. А есть вообще секрет, как стрелять?
Ну, мне как сказали, нацелиться, а когда точно уверен, что попадешь, начать стрелять. Это кто да. Я тебе учил как. Нацелился, увидел противника, рассчитал. Если попадаешь, нажимай стрелять. Так патрон не трать, если ты не уверен. Закрой, драгуну. Брат, назад нам нельзя, там зона уже все. Уперись в дерево. Только контроль руль, братишка, пожалуйста, дай-ка я пока стреляю. Ебать! Братик, не выпрыгивай с ней. Я контролю. Контроль, не контроль выпрыгиваю. Ситуацию. Держись. Это слабая зона. Держись, держись. Смотри, что делает. Это еще не последняя зона, чел. Твою мать. А мы за боку бежим. Это пи***ц просто. Контроль технику, чтобы взорваться. Ой, нельзя так играть. Родной мой, я тебе сейчас объясню тактику. Только, пожалуйста, преследуй тактику эту, что я тебе сейчас объясню раз и навсегда. Запомни. Вот это видел? Ох, ну, не нужно себе. Никогда вот жопой так будет. Тянуть так. До того, чтобы в конце зоны их оставалось много. Поэтому увидел противника до последнего. Выцеливаешь, находишь. Уничтожаешь. Нельзя оставлять количество напоследок. Понимаешь, да, о чем я? Да, да. Все, запомни тактику и пойдем сейчас работать. 78 женщин, да. Обидненько, наверное, да? Выставил настройки настолько женские, насколько это возможно, но все равно проиграл, да? Как 8. Обидно, наверное. Ты долбоем, что ли? Я не проиграл, просто машина взорвалась. Это машина взорвалась. Не это. Машина взорвалась, я умер от того, что... Ты тоже, да, от взрыва помер? Да, мы... Да, ну вот, они нас убили, у нас машина взорвалась рядом. Слушай, а почему ты не рассказываешь, кто тебе прислал Логовулин? Логовулин. Да, это моя девушка прислала мне. А как зовут? Настюха. Настюшка моя заюха. Вместе секс скоро. Очень скоро. Блядь. Привет, тебе имя. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, собака, ты собака, я собака. Ну только вперед можно сейчас. Ты уже назад не видишь, брат. Давай, будь что будет. Ну дальше чуть-чуть. Как же приятно это. Привет, я подсяду. Найс. Блять, ты вакуешь. Только помни, что эта машина слабая. Одно из серьезных столкновений и ей... Тебе нужна внедорожная техника. Сейчас уебай, сука. О, табача-то убил. Есть контакт. Медных пал. Вон домики. Угу. Такие пошли. Все, из бачата они сейчас отсосут. У меня бензина нет в машине, они взорвутся уже. Не да. Вот я видел про игроков в этой обоссанной игре, там про хороший игрок, у него 300 зрителей, и он дрочит себе на еду. Есть про игрок, у него 2к. Вот играешь ты, и у тебя почти 3к. В чем секрет? Не понял. Можно повторить? Я ж отходил, не понял. Причем без про, не про. Все по***, как ты играешь. Хорошо или плохо, главное то, как ты это делаешь. Чё? Ничего. Чё ты сейчас что происходит? Я хрен ты кого отстреливаю. Давай, 62 еще осталось. 2. Практически невыносимость. Блять, я застрял технику.
выходит, выходит аппарат. Давай, давай, родной. Давай, давай, X-Drive. X-Drive. Это сзади гнидник. Блять, меня ебут. А, все. Дед, сын говна, у него мать померла, понял? Он на последнем наступал, я понял. Понятно все. Ну я просто понял, не в том месте вылез этот ублюдыш, типа я ж не знал, куда. Тайминг, тайминг не тот. Да, да. Я умер, как женщина, сука.